вечера. Спокойной ночи. Я думаю, мы еще поболтаем, у меня еще один остался. Я так устала. Ты что-нибудь расскажешь? Как мы, вот эти новости, самые лучшие люди, искали маме косметику, проходили 500 километров, все замерзли, и в итоге возле вот этого рядышком магазина все-таки пришли в него опять и купили. Обалдеть. Мы зашли в магазин «Магнит». А там объявление, просто магазин косметик. Вот тут 800 метров, туда поворачивайте, и все, магазин. Я спрашиваю, где этот магазин? А мы тут, где садики. Я говорю, где? Вот туда, я говорю, прямо и налево показываю. Да, да. Понятно, что. Мы пошли, там темно, тьма. Дороги нету. Тьма колючая. Да, там то ли выход на набережную, то ли что. Там вообще ничего нету, там темно. Там как... Там, я вообще не знаю, лес, нет, дорога, ну, вообще ничего нет. Ты же отсюда первая пила, значит, это твой. Я не пила, это твой. Вот так Марсель незаметно поменялся. Он стоял тут, мой стоял тут, ты из этого выпила чуть-чуть. Значит, я из этого это тоже твой. Выпила. Я из этого выпила, из этого. Знаешь, они оба мои. Нет, так нечестно. У меня-то хлеб, а у нее фигурка такая. Ну, я, пожалуй, оставлю. В общем, мы у граждан спросили, где тут садики. Они сказали, садиков тут нет, есть школа спортивная. Ну да, там есть спортивная школа. Все. А может ничего нет. В итоге мы не нашли этот магазин. И никто из прохожих, сколько мы спрашивали, никто не знает. Вообще тут вообще не знает. Да не знаем, нету, нету. Мы все... Очень замерзли, дофига проходили, все болит. Пойду окно закрою. Это мне кажется холодно. Тебе твит? Нам еще кроссворды обзадывать. Кстати, в нашем перекрестке таких нету. У нас какие-то взрослые там. Так вот, конечно, я выпила типа того. Где находятся мухи зимой? Не знаю, но хотелось бы, чтобы они там оставались и летом. Где они зимой находятся? Не знаю. Да. Я хотела, чтобы они... Подожди, летом, потому что летом... Надо... Хороший вопрос. А где мухи зимой находятся? Ты зачем мне на зиму посоветовал окна заклеить? Что, теперь тепло? Теперь темно. Заклеил. Я понял, как он их заклеил. Сказали заклеить, он и заклеил. Вот, блин. Заклеил. Заклейщик. Папа, а в сочинении про зиму как писать? Зимой в магазине продается много пальтов или пальтей? Пиши лучше про лето. Папа сам не знает. Много пальто. Ну да. Оно не склоняется никак. Ну, наверное, все анекдот знают. Собрался зимой рыбак на рыбалку. Пришел, начал лед долбить. Вдруг какой-то голос раздается. Здесь рыбы нет. Рыбак пошел в другое место, начинает долбить. Снова голос. Здесь рыбы нет. Рыбак переходит, а ему снова. Здесь рыбы нет. Да кто ты такой? Директор катка. Понял. На каток мужик пришел и я нифига не знал. Откуда я знаю? Американские ученые признали, что их теория глобального потепления верна лишь частично. По новой теории глобальное потепление наступает только летом, а зимой наступает глобальное похолодание. Та-дам-та-дам. Вот такая коробочка была. Вот что тут лежит. Пэ-бэмс. Водичка. Уж такая на это маленькая, так прикольно. И тушь. И тушь черненькая. 0-1. Какая тут кисточка. Оба-на. Что-то она какая-то не такая. Ёмная, она должна быть пушистая. А это какое-то удлиняющее. Тушь для ресниц со сценическим эффектом.
А, это та была объемная, где был карандаш. А здесь жидкость для снятия макияжа, поэтому здесь. А давайте проверим, починит ли нам телевизор.